Мне посчастливилось стать у истоков проекта «Женский квартал», потому что далекой весной 2018 года мне предложили написать заглавную песню. И я очень горжусь песней, которая получилась. Стояла весна, и, может, поэтому песня начинается со слов «Когда срубают авитаминоз». Там еще есть строчка, которая мне нравится. Это строчка «Это женский квартал, богини здесь смеются над собой». Потому что, ну, во-первых, смеяться над собой — это вообще признак недюжинного интеллекта и развитой личности, но когда это еще и делают такие невероятные, сногсшибательно талантливые девушки, это, конечно, как говорил Шерлок Холмс, любовь, Ватсон, это все. Вот. И я кайфану от песни, от процесса ее создания, потому что я понимал, что ее будет петь много вокалисток, и они очень яркие, и у каждой свой характер. И поэтому получилось интересно. Я хотел сделать песню, которая была бы вне времени, чтобы она начиналась с чего-то такого очень оркестрового, рождественского, и потом перетекала в какой-то современный рэп, трэп, тверк, не знаю, как это еще называется. И девчонки, конечно, невероятно ее исполнились, начиная с первого раза. Вот с момента, когда Лена начала эту песню, по-моему, она работает как часы. Вот, так что я очень горжусь тем, что получилось, и мне кажется, эта песня, она получилась разной. Внутри есть и чувственность, и драйв, и немножко дурашливости, и масштаб, и красота, и сексуальность, и обаяние, и все эти качества, они есть в каждой девушке нашего женского квартала, и вообще эти все качества есть в каждой женщине. Вот, так что песня получилась крутая. Когда срубает авитаминоз, и грусть не прогоняет даже шопинг, куплю букет из белых роз. Богиня вроде. Я на девичник заберу подругу, железных леди и домашний кошек. Смиксуем Белли с кофейком, поставим фильм с Ди Каприо и станем обожать друг друга срочно. Женский квартал, богини здесь смеются над собой. Это женский квартал, здесь нету шуток с длинной бородой. Это женский квартал, всегда пускают только смелых лиц. Это женский квартал. Это женский квартал. Улицы, новые лица. Не надо стесняться, смеяться, а нужно немедленно взять и влюбиться. Вся сцена искрится, качай, сестрица. И це ще не починала, я сьогодні пізно стала, і всього лиш розминаю свою дикцію. С этого момента улица квартала под моей юрисдикцией. Лайки, комменты, не за красивые глаза, не за длинные ресницы. Ми супер-львіці, рррр! Держи, столица! І якщо я вже почала, то не можу зупинитися. Бам! А если дождь идет с утра и не спасает Инстаграм, я знаю место, где меня согреют. Это женский квартал. Что касается женского квартала, с ним у меня связана такая история, что когда я только узнал, что планируется запускаться такой проект «Женский квартал», я подумал, господи, как бы туда попасть?
Но понимал, что там будут одни девочки, и поэтому смирился с этим. А потом увидел в этом проекте ребят. Вову. На тебе 2020! Рому. Валика. Вы кто? Ну, Валентин. Какой еще Валентин? Михиенко, Валя. И еще одного человека, не помню, кто. Здрасте, пожалуйста. И Пикалов. И подумал, да черт, оказывается, можно было туда попасть. Но когда меня пригласили поучаствовать в номере женского квартала, я, конечно же, с удовольствием согласился. И это был номер «Царевна-лягушка», где играла непревзойденная Настя Оруджева. Номер с Игорем, я вам так скажу, мне с Игорем не всегда супер комфортно работать, потому что он не всегда в восторге от того, как я играю, дает мне какие-то указания и советы, но по факту всегда получается классно, и я за это ему очень благодарна. Вот с ней взаимодействовать на сцене – это просто одно удовольствие. Ребят, вот если у кого-то будет шанс, попробуйте. Это круто. В последнее время стало очень модно делать ремейки на классические произведения. Не исключено, если скоро дело дойдет и до детских сказок. Кстати, да. Думаю, если бы за сказку «Снежная королева» взялись создатели «Игры престолов», то у Кая и Герды отношения были бы чуточку ближе, чем просто у брата и сестры, да? Боже мой, Ира. А я думаю, вот если бы «Красную шапочку» писали сценаристы сериала «Школа», то девочка, пройдя через лес, пришла бы к бабушке уже беременной. Не исключено. В общем, есть где развернуться фантазии. Мы решили всех опередить и сделали свой ремейк. Представьте, в сказке «Царевна-лягушка» что-то пошло не так. Я, наверное, пойду. Стоять! Твоя стрела? Не факт. Но это пускай экспертиза разбирается. Значит, я так понимаю, ты у нас царевич, да? Не, ну как, подождите, как царевич? Не то чтобы прям, не, в какой-то степени, возможно, это и так, а в целом... Какое-то родство с царем имеется, конечно. Ну, ваша теория отчасти только... Ну, что ты ялотишь? Ты царевич или нет? Я? Вот хорошо. Но это хорошо. Дома да. Знают, куда я пошел. Не, ну это надо. Какое болото у нас вязкое, а? По пояс человека засосало. Чего это? Ничего не засасывало меня. Вот это ты весь, вот это такой? Да. Не, ну я надеюсь, тебе как бы природа рост в другом месте компенсировала, м? Потому что я же теперь твоя невеста. А я, отпустите, больно, отпусти. Я ни на что не претендую вообще, женщина. Не... Слушай, ну ты стрелял. Ну, что, я один, что ли, стрелял? Там брат мой стрелял, старший. Средний брат стрелял, я стрелял. Хочешь, я их позову? Помогите! Да ну тихо ты, а! Чё ты орёшь, я понять не могу. Ты стрелял! Знаете, как я стрелял, женщина? Я вот так вот взял, вот так раз стрельнул, потом тут же, сразу же второй раз стрелял, потом еще три раза достреливал. Скорострел получается. Да! Не, ну то, что ты несколько раз пробовал, это хорошо. Это приветствуется. И то, что ты лягушку в губы поцеловал, это что, экспериментировать любим, да? 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 Любим экспериментировать, да? Ой, господи, хорошенькая ты, конечно. Боже, я не могу просто. Нравишься мне, сильно нравишься. Я, кстати, Василиса. Я, кстати, Иван. Очень приятно. Это что было? Я просто подумал, что превращение в красавицу в несколько этапов происходит. И это как бы промежуточный вариант. Нет? Комар.
Не, ну ты как бы скажи, там, может, тебя что-то не устраивает, может, тебе там что-то не хватает, я не знаю. Да все хватает, ну. Даже и с избытком. Ну вот смотри, царевич, что? Упустишь ты свое счастье. Что? Возьму я вот эту шкуру лягушачью и в огонь брошу. И что? И все, заберет меня Кощей. Куда? К себе навсегда. Вот так вот, просто сжечь и все. Да, да. Понятно. Что ты задумал? Ты думаешь, я не пойму, а? Ты выражение «жаба душит» слышал? Да. Знаешь, откуда пошло? Догадываюсь. Да все, это все. Ты давай, Ванечка, давай вещи свои собирай, все, пойдем с родителями знакомиться. С моими, что ли? Ну, не с моими же. Моих цапля съела. Не-не, давайте сначала повстречаемся хотя бы с вами немножко, потом знакомиться. Да ну ты шо, я уже настроилась, что я завтра буду в царских палатах в царской футболке ходить. А вот тут прокол, я ж не царь. Это батя мой царь. Ну это понятно. Ну а когда папа умрет, кому все достанется? Старшему. А когда старший умрет? Среднему сыну. А когда средний умрет? А чего они умирают? Это гипотетически просто, гипотетически, а, да. Тогда я стану царем, да. Ну, вот видишь. Значит, сегодня понедельник, вторник, среда, четверг. Ты, ваше величество, на четверг ничего не планирует, а, возможно, сделаем коронацию, понял? Нет, подождите, подождите, женщина, я вам так... Нет, я вообще не завидный мужчина. Конечно. Вообще. Да. Я больше дурак. Ага. Клянусь, я вот я из копыта пью, козлом становлюсь, да, щуками разговариваю, да, на печи катаюсь с песнями, печи, да, ныряю в кипяток, на коне. Ох ты, ох ты. Ванечка, да мелочи все это, как ты не понимаешь? Я вот, ну, между нами говоря, тоже не девочка. Ну, не скажу, что я не заметил, конечно. Но спасибо за дополнительную информацию, что я... Вы мне не подходите вообще, и я вам не подхожу. А, вот тут ты не прав. Почему? Ваня, во мне ты найдешь и хозяйку, и любовницу, и двух заблудившихся грибников. Ну, Ванечка, ну что тебе еще о себе рассказать? Ты... Вот я, допустим, из вида земноводочных. Может, земноводных? Нет, земноводочных. Ты не знаешь, как я жила, и ты не смеешь меня осуждать. Я, между прочим, изнасилование пережила. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, прости, пожалуйста. Вот, жаль, что с тобой такое сделали. Очень жаль. А я не говорила, что со мной. Я сказала, пережила изнасилование. Это к тому, что мне твое согласие не принципиально. Ой, какой хорошенький ты. Ты очень хороший. Иван! Брат! А-а-а! Помогите! Жаба съела человека! Помогите! Я здесь. Все нормально. Это брат твой? Да, брат мой. Ой, красивый такой. А что это у него на руку намоталось? Я не знаю. Это он, наверное, в змею попал? Наверное. Познакомься, брат. Да. Смотри, какая красота мне досталась. Так он слепой. Боже, извините, пожалуйста, я ж не знал. У вас, мадам, какие-то вопросы? Нет, ну есть один вопросик. Шо? А где твоя грудь? А, она, наверное, в сундуке, да? Там сначала заяц, потом утка, в утке яйцо, и уже в яйце и ничего, да? Ах ты, приятно познакомиться. Руку потом помоешь. Поздравляю, вам теперь пол царства достанется. Почему это пол? Ну, пол принца вам уже досталось. Что смотришь на меня? Нравится тебе такое? А нет. Так
Да нравится. Да и не нравится мне так. Ну нравится. Да ты вообще не мой калибр. Да ну нравится. Да, ну нравится. Да что там может нравится. Да вообще. Понравится. Нет. А вот то, что ты так за жизнь борешься, это хорошо. Иван, можно тебя на пару слов? Нас родители на ужин с невестами ждут. Им что передать? Передать, что нас не будет. А что это нас не будет? Мы будем, конечно. Я очень хочу познакомиться с вашими родителями. Да? Так, а ну тихо ты. Суицид только после свадьбы. Пойдем, дорогой. Я люблю тебя. А я тебя сильнее. А я тебя сильнее. А я тебя сильнее. А я тебя сильнее. А я сильнее, а сильно. Сильнее, сильнее. А я сильнее, сильно, а я сильнее. А я сильнее, сильнее. А ну сделай еще раз. Еще раз. Еще сделай. Еще немножко. Последние два года я просто счастлив, потому что в моей жизни появился женский квартал. Девчонки просто безумные. Безумно красивые, безумно талантливые, безумные во всем. Я просто восхищаюсь их самоотверженностью. Знаете, у нас был один номер, один из любимых моих номеров. Дежурное название у номера был «Букет». Так вот, то, о чем я говорил. В принципе, очень спокойный бытовой номер про свадьбу. Но то, что из него вышло, это реальный боевик. Они крутые. Гематома под глазом, разбитый нос и два переломанных ребра. И это далеко не весь перечень увечий, который получил жених, который во время церемонии решил в шутку сказать «нет». Но самое интересное на свадьбе происходит в тот момент, когда невеста бросает букет. Итак, давайте перенесемся на свадьбу. А ну что ж, друзья, мы приближаемся к прекрасному моменту, когда все девчонки, незамужние прекрасные девчонки, будут ловить прекрасный букет. Итак, давайте все вместе. А три, а два, один. Ну что ж, я прекрасно приглашаю вас на прекрасный танцпол. А видай букет, я его прошу зарыла. Видай букет заголи. Видай букет заголи. Видай букет. Нормально заголи, подруга ты такая, да? Видай букет. Видай. Мне больше потребно, видай. Таня! Да вспомни, как на меня свидетель все венчание смотрел. Ром от меня глаз не спускал. Звичайно, ти таке декольте до церкви натянула. На тебе не то, що Рома, на тебе апостол Павло з ікони зирка. І взагалі, я йому більше сподобалася. Коли я говорила тост, в нього ж подих перехопило. У нього шампанське ні в то горло пошло. Ах ти ж, ах ти ж. Віддай мені букет взагалі, як ти сказала. А, ні! Стой, стой! Вспомни, вспомни, как я тебе 3 года назад мужика уступила. Мужика уступила? Цього збоченця, да? Який вискочив на нас в парку, да? Ти на мене показала пальцем і втекла? Дякую, подруга! І взагалі, ми з Ромою створені один для одного. Я сьогодні в чеку в сільпо прочитала, що я знайду свою долю. Ти їх ще читаєш? Звичайно, читаю, вони мені завжди правду кажуть. Мені коли апендицит вирізували, то в цей день так і було написано в чеку. Не бійтеся позбавлятися від зайвих харчей. Таня, а коли ти з армянами в сауну поїхала, у тебе в чеки теж було написано? У вас сьогодні чорна полоса. Ох, ти ж подлюка, ти така подлюка, а? Ти ж подлюка. Ти думай, вот ти кидеш там. Катюха, давай так. Якщо ти віддасиш мені букет, я тебе зі своїм братом познайомлю. А він що, свободен? Ну як сказати? Як чоловік вільний,
А як громадянин, треба ще 2 роки почекати. Ох ти ж, роза! Такого ти мені щастя желаєш, так? Тоже мені подруга. Так, а мій букет? Ні, так, це взагалі мій букет. Я його зловила перше. Я ще даремно дружила з нареченою. Ну дай. Віддай букет! Віддай! А, дівчонки, а що, конкурси ще не закінчились? Що ви робите? Рома! Ви там таке пропускаєте? Там на вулиці фаєр-шоу. Дядь Вітя весь вечір пив, рішив підкурити. Така красота. Пойдемте, пойдемте танцювати. Ми тут секретничаем з Катюхою, да? До речі, Катюсі на весіллі один хлопець сподобався. Серйозно? Хто? Він за твоїм столиком сидить. Дедушка Ігор? Ні, ну чоловік год як свободен, но... Нічого мені не понравилося. Це просто у Танюшки утягиваюче бельё тріснуло. Тріснуло. І тепер я без білизни. Опа. О, Рома, повільний танець. Може, потанцюємо? Рома, у вас такі мужні руки. Спасибо. Ой, можете, Танечки, поверить? Она у нас по рукам походила. Ей есть чем сравнивать. А? Ух ты ж. Ой, Рома, не слухай її. Можеш будь-кого на весіллі запитатися, що ні? Танечка, ти просила тебе напомнить. Тебе пора їхати котов кормить. Таня, у вас есть коты? Виявляється. Я просто обожаю котов. Серйозно? Маю 10 котенят. Я хотіла сказати, не кормить, а топить. Ой, це в Каті такі жарти, Рома. Дівчонки, пойдемте танцювати. Да. Клас, я з удовольствием пойду. Только думаю, Танечка не сможет. Чего? Да, а хто тобі таке сказав, Катя? Хруст коленей. Я думала, кто-то фисташки рядом ест. А нет, это Танечка рядом шла. Я думаю, що Рома зможе на руках мене донести додому, правда, Рома? Тим більше, що в мене є своя квартира. Вільна? Вільна, як я. Дівчонки, я все-таки на танцпол там круг сделаю, я вас жду. Подвигаемся, потанцуем. Хорошо? Ах, ти ж подлюка, да? Я по руках походила, да? По руках походила. Віддай букет мені. Віддай букет, я тобі сказала. Ах, ти ж подлюка, коза ти така. Віддай. Все. Букет мой, Рома тоже мой. Ну, добре, забирай, тобі більше потрібно. Досить тобі вже пакети з цюму тягати. Пора вже за тебе починати. Прийшов час, Катя, дізнатися, що таке інтрига в сексі. Це не де і як, а в який саме день на цьому тижні. Пора тобі вже вишню під під'їздом своєю називати, Катюха. Давай, а от не надо, не надо. Ти не так представляєш нашу сім'ю. У нас сонечко буде все. І страсть, і романтика. І перший раз у нас буде на білому пісочку під пальмами. О, Катя, в сімейному житті ти білий пісочок будеш бачити тільки в котячому лотку. І той, який ви з Ромою будете вкрасти вночі з дитячого майданчика. Так що, Таня, давай, знаєш що? На, он твой, забирай. Да, Танюш, да ради бога, слушай, замуж выйдешь, детей родишь, а то растяжки есть, а детей нет. А ты знаешь, а я не проти мати дітей від Роми. А это логично, в принципе, из нас двоих ты более подходишь к супружеской жизни, да. Я когда имя твое слышу, прям представляю, как ты в леопардовом халатике с бегудями на голове, и Рома сидит: Танюха, подай пульт. Танька, выключи свет, тебе ж ближе. Дорогая, у тебя день рождения. Вот твой Мейзу. А знаешь что, Катя, тримай, ты его перша зловила. Ні, он мне уже не... Мені не потрібно, тримай. Танька, ти вже стара, ти пора уже. Ми подруги, ми маємо вступати один одному. Катя, дівчонки, ну що ж ви, пойдемте танцювати. Іди сам танцуй. І сам пакети за тебе тягай. Вот-вот, импотент.
клиент раз в недельный. І сам ходи зі своїм мельзо, жлоб'яра, що життя мені спортив, ти все будеш на тебе таке, я дітей від тебе хотіла мати. Ну, что, дорогие мои, я могу вам сказать. Я судья балетных международных конкурсов и фестивалей, судья танцев со звездами, иногда судья Лиги смеха. И меня даже на улице люди останавливают и просят, чтобы я их рассудила. Да вы что, боже мой! Это ж Таша возле Влада Ямы! Класс! Я очень благодарна женскому кварталу за колкие шуточки, за острый язычок, за море позитива, за хорошее настроение. И я желаю им в новом году купаться в успехе, в счастье, чувствовать этот запах и дышать им полной грудью. И, конечно же, новых, потрясающих, смешных номеров, которые будут бить все рекорды на Ютубе, ну и, может быть, с моим участием. Как известно, театр начинается с вешалки, а провинциальный театр начинается, когда актеры приходят с основной работы, переодеваются и готовы выступать. Репетиция балетной труппы провинциального театра. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Я прошу прощения, Гордиенко, можно тебя на минуточку? Да, конечно. А вы продолжайте, не отвлекайтесь. А? Алина. Да? Я тебе говорила 2 года назад. Говорила год назад. И сейчас скажу, Алин. Беременным не место на сцене. Ну, да, согласна. И шо? Шо и шо, Алина. Беременные должны рожать, а не танцевать. Понятно? Не, ну это я поняла, только я не понимаю, к чему вы. А, ну ладно, скажу по-другому. Я не хочу... чтобы у нас в Лебедином озере отошли воды. Слушайте, ну вы какими-то загадками разговариваете, ей-бог! Да ты что, дурочку из меня делаешь, а? Гордиенко, я знаю, что ты беременная. Кто? Я? Знаете что? Это очень громкое заявление. В смысле? А где доказательства? Так, где ты... факты? Так... А? Я так и думала. Сейчас, извините, мне надо возвращаться к репетиции. У нас очень важная постановка. Не, ну... Докося. Алина! Вот это что? Вы про это? Я про это. Подумаешь. Зато я максимально естественно в роли Кармен. Так, давай, ты тут осторожнее. Я согласна. Беременная цыганка выглядит жизненно, натурально. Ну, Алина, решение уже принято. Давай, иди рожай. И пока не родишь, не возвращайся, я тебя прошу. Ну, до завтра так до завтра. Лена Юрьевна, шо? Так а что это значит? Кто теперь прима, я или он, она? Девочки, а вот сейчас вообще не переживайте. Специально для нас я выписала высококлассную замену из Киева, девочки. Балерина из столицы приедет. Из Киева, это хорошо. А зачем? А я прошу. Девочка, бей отсюда, младшая группа на 2-м этаже. Тут сейчас какая-то балерина должна прийти. Да ты что, с ума сошла? Это же это, как ее, ну из этого шоу, как да, его? Да-да, Екатерина Кухар. Точно, Кухар из «Мастер-шефа». А я говорила. Прима балерина Национальной оперы Украины. Джульетта. Сильфида. Жизель, Маргарита, Шахерезада, Мавка, Лесовая песня. Да она в жюри в «Танцах со звездами» сидит, девочки. Да вы что, боже мой! Это ж Таша возле Влада Ямы! Класс! А как он пахнет? Скажите, а вы его под столом по коленке не гладите? А вы коленку с головой не путаете? А вы после съемок в коридоре не дева, вот так вот в углу не зажимали, так вот схватив за ягодицы, ему на ушко не шептали, ух ты, моя маленькая булочка, да я тебя похоромлю. Нет. Заря,
Чё вы там вообще сидите? Я не понимаю. Ну что, я вижу, немножко познакомились, да? Девочки, это Катя, кухар Катя. Это артистки нашего балета. Здрасте. В смысле? Это ваши балерины? Нет! Мы чисто так, по приколу, в ноябре в белых колготах ходим. А вас, простите, не смущают, что ваши балерины, мягко говоря, не в форме? А, точнее, в очень мягкой форме. Слышь, детеныш, не дерзи. Приму за комплимент. Мне 37. Да ты гонишь. Мне 19. Настя. Извините, вы гоните. Настя, подожди. Катя, у меня есть к вам один вопрос. Да. Как я за собой ухаживаю? Да не, как вам сиги продают? А что? Боже, мне прима. Ну, сигареты. Господи, я не курю. Понятно. Зря. Да. Серьезно? И это ваши лебеди? Ну, понимаете, Катенька, мы в своем видении Лебединого озера пошли немножко дальше. У нас на пруду водятся разные виды птиц. Интересно. Это, видимо, утка. Ну, а вот это гусь. Или бобер. Что ты сказала? Ух, агрессивный бобер. Немножко агрессивный. Но вы не переживайте, все будет нормально. Я думаю, надо просто начать репетировать. Начнем? Давайте. Хорошо, девочки, приступим к экзерсису. Чё? Прости, господи, ну что? Катенька, забыла предупредить. Мы специально убрали из словаря балета нашего все слова, на которые можно придумать матерную рифму. Понятие «фуэте» у вас вообще отсутствует? Фуэте! Так, ладно, хватит там ржать. Все, девочки, успокойтесь, Катенька, вы начинайте. Хорошо, приступим. Девочки, повторяйте. Под баск. Под баск. Гран Батман. Рылевелян. Ух ты! Вот это сейчас было очень хорошо, Катюш. А вы не могли бы вот в ту сторону показать вот этот ваш ревелян? Там просто будет за мэра сидеть. Он, кстати, тоже армянин. Да, сначала покажите туда. Ага, вот так помашите ему. Замечательно. А потом, Катя, покажите, какой он нам хороший ремонт в ДК сделал. Ой, сколько света! Какие кресла красивые поставили. Да, и потом что-то в конце типа «Молимся за вас». Ага, что-то. Ух ты, вот это красиво было сейчас. Ой, Катя, не зря я вас выписала. Девочки, давайте теперь вы покажите, что вы подготовили. Ой, да, подождем здесь. Оп! Молодцы! Ну, вот, молодцы, да? Молодцы! Господи, ваши сессоны! Девушка, а как вас вообще в балет взяли? У вас есть хоть какая-нибудь растяжка? В смысле хоть какая-то? Да у меня их сотни! Показать? Я умею легко. Саша, иди, не о той растяжке речь. А, понимаете, Катенька, вы их тоже строго не судите. Девочки только недавно встали на чешки. На чешки? На чешки, да. В балете? Может, все-таки на пуанты? А? Пуанты! Так, ну хватит уже там, девочки! Успокойтесь. Катенька, я думаю, будет очень хорошо, если вы нашим девочкам и всем нам что-то покажете. Ну, я не знаю, там, соло Кармен, может, исполните. Ну, давайте. Ну, давайте. Смотрите. Достаточно! Достаточно! В смысле? Вы знаете, Катя, ваш танец напомнил мне мое детство, как я стояла и смотрела на курицу-гриль. Так вот, курица была интереснее, там хотя бы корочка менялась. Что? Я не закончила. Однажды
я видела, как ворона клевала дохлого голубя. Так вот, я с удовольствием бы посмотрела на это еще раз вместо вашего танца, Катя. Лен, то есть я правильно поняла, ты заманила меня в женский квартал для того, чтобы вот так вот отомстить? Да, Катенька. А вот сейчас ты все очень правильно поняла. Ну что, приятно вот это слышать, да? Приятно? Но, если ты думаешь, что я сейчас буду молчать, то ты глубоко ошибаешься. Мне тоже есть что сказать про ваш этот женский квартал. Серьезно? Ну так чего мы ждем, друзья? Баттл так баттл, поехали! Это ваше так называемое шоу не напоминает университет Поплавского, когда взрослый человек пытается выехать за счет молодежи. Я так понимаю, речь сейчас шла обо мне, да? А вы знаете, Катенька, я только что поняла, почему именно вы играете черного лебедя. Вы просто весите, как лебедь. Но знаете этот новый проект? Все, что вы делаете, я уже где-то видела. Что-что? Ой, Катя, я смотрю, у вас и язычок острый, а не только ключицы, да? Но я хочу сказать, что могу пошутить насчет каждой из ваших девушек. А ну-ка, ну-ка. А кто из вас Саша Машлятина? Я что? Ну, это не мой вопрос, а любого человека из зала. Что? Ну, чё она? Чё мы вообще слушаем человека, который всю жизнь в пачке проскакал? Угу. Ну, я-то свою пачку в любой момент могу снять, а вот ваши плотно прилегают к вашим шеям. Раунд! Екатерина Кухар по праву отстояла свой титул «Самый острый язык Украины». Катенька, спасибо тебе большое. Друзья, я надеюсь, вы понимаете, все это было не всерьез. Мы очень рады, Катя, видеть тебя в женском квартале. Очень рады. Поэтому скажи, пожалуйста, ну, здесь лучше, чем в «Танцах со звездами»? Леночка, ну, конечно, когда все идет от души. Что значит от души? Ты что, сейчас от души говорила? Так, Катя, баттл закончился, и номер, кстати, тоже, пожалуйста. Нам будет очень приятно, если ты что-то скажешь женскому кварталу от себя. Леночка, ну я вам очень благодарна за то, что вы меня пригласили. И хочу вам сказать, что вы веселая, классная. Я вас всегда смотрю. И что смех, он продлевает нашу жизнь. Спасибо. И нашу молодость. Это да. Но я пришла не одна. Я подготовила для вас подарок. А вот это интересно. Так что оголенные мужчины Национальной оперы Украины во главе с Александром Стояновым исполнит сейчас для вас фрагмент из спектакля «Дети ночи». Встречайте! Екатерина Кухар, Александр Стоянов и «Дети ночи», друзья!
Когда создавали проект, мы еще и сами не понимали, что у нас получится. Было просто какое-то туманное представление, что должно получиться что-то не только смешное, но и яркое, красивое и элегантное. И когда собрались конкретно эти девчонки со своими способностями, со своими умениями, все как-то очень быстро приняло форму и встало на свои места. Они все разные, очень разные, но схожи в одном. Они не боятся пробовать, не боятся экспериментировать. Ни от кого из них мы ни разу не слышали «я это не смогу» или «я это не умею». Рвутся в бой постоянно. Появилась идея на номер с пилоном «Шест» для танца. Мы спросили девчонки, кто-то умеет. Катя Никитина сказала: «я не умею, но могу немножко потренироваться». Я вообще падкая на любые новые идеи, новые предложения. И когда прозвучала такая мысль поставить номер на пилоне, то я занялась этим реально серьезно, а вот ребят, по-моему, нет. Как бы я уже жду этот номер, жду. Я уже столько всего научилась, уже кучу элементов выучила. Но как-то до сих пор, вы знаете, нет его. Ничего, я надеюсь, что все-таки этот номер когда-нибудь выстрелит, и вы будете в шоке. В общем, прошел год, номер мы так до конца и не дописали, но Катя Никитина, по-моему, уже чемпион мира по танцам на пилоне. Сценарная работа непростая, потому что женский юмор — это не просто шутки, сказанные женщинами, это другие шутки. У меня, как у редактора, при отборе той или иной идеи критерий один: если этот номер можно показать в мужском шоу, значит, он нам не подходит. Сценаристов мужчин у нас много, но последнее слово все равно всегда за девочками. Если они говорят по поводу какой-то идеи «да», значит, она будет. Если говорят «нет», значит, ее не будет. На утро после девичника. Блин! Проспали! Подъем! Ира, что ты орешь? Через час надо быть в ЗАГСе, мы проспали! Какая свадьба? Катина свадьба! Проспали! Катина свадьба, точно! Катюха! У тебя свадьба! Катька! Катя? Катюшенька? Катенька? Катюня? Девочки, она не дышит. В смысле, не дышит? Да что ты стала? Зеркало неси! Зеркало! Любовь моя, Катюша! Зеркало давай! Давай быстрей! Ой, Катя! Офигеть! Вот это мы, конечно, дали. Я говорила, лучше вообще не ложиться. Нет! Иногда за 20 минут высыпаешься больше, чем за всю ночь. Зачем мужчинам нужны были эти клубы, бары? Какие клубы, бары? Вы никуда не доехали. Чья гениальная идея была? Давайте зарядимся перед клубом. Зарядились. Подождите, а как мы так вообще нажрались? Тут всего одна бутылочка. А ты за диван посмотри. Та-дам! Так это не диван. Это тупо бутылки, накрытые покрывалом. Ай, почему он бикает? На себе побибикай! Бибикай! Я говорю, себе поби! Девочки, это жених приехал! Как жених? Нельзя ее в таком состоянии показывать! Так, думаем, что делать! Что? Думаем, что делать! Чего, Ира? Больно думать! Ты не думай, ты думай! Так, думай! А давайте скажем, что невесту украли. Ага. Еще до свадьбы мы что, блин, на Кавказе? Давайте хотя бы ее к окну поднесем, типа поздороваемся. О, точно, давай. Давай, Катя, давай. Давай, иди сюда. Так, спокойно. Так, рукой помаши. Да не своей рукой, дура, ее рукой. Так голову держи, голову. Так голову держать, если руки падают. Ты голову держи, я рукой машу. Кивай. Привет. Привет, любимый. Я уже тебя жду. Что, нормально? Вроде не спалились, да? На кровать ее, на кровать аккуратно. Блин, девочки, там друзья жениха в парадное заходят. Саня, отвлеки их. Больше ни слова. Мам!
Саня, ну ты серьезно? Ну пойди конкурсы проведи, там пусть невесту повыкупают. Так говорить надо, друзья. Так, надо ее собрать. Давай. Надо ее собрать, надо ее собрать. Я говорила, классная идея на девичнике свадебное платье надеть. Вот как бы сейчас мы ее одевали, я не знаю. Сюда. Так, значит, свадебное платье есть хорошо. Да. Нужна фата. Фата. Фата, фата, фата. Где фата? А, вот. О, есть. Есть фата. Так. А почему она мокрая? А, так мы же через нее маслины сливали, чтобы без рассольчика было. Боже, какие мы дуры! Какие мы дуры! Сейчас бы рассольчик так в тему бы пришелся, капец просто! Так, хорошо, так, давай. Фата есть, хорошо. Блин. А это что, следы от наручников, что ли? Ну да, у нас же этот стриптизер был. Тут вчера был стриптизер? Да, стриптизер. Вообще ничего не помню. Не помнишь, это было? Нет, это он ее? Да нет, это она к нему так лезла, что он ментов вызвал. Тут вчера полиция была? Ну да, два человека с собакой. С собакой? Слава Аллаху. Теперь понятно, откуда лужа в коридоре. Так, ладно, собираем ее. Кать, что еще? Где твои туфли свадебные? Не слышит. Ир, ты знаешь, где ее туфли свадебные? Нет. Ира. Я не знаю. Ира. На, забирай, господи. Ты сейчас вообще неправильно поступаешь, Виолетта. Потому что карточный долг – дело святое. О, ну здесь. Ну что тут у вас? Все офигенно, смотри, какая она красотка. Прям даже оклемалась, трезвяк. Я вижу. А там что? Ой, там капец, там хана. Я уже не знаю, как их держать. Они, значит, уже пересчитали ступеньки в подъезде. Отгадали мой рост и даже твой размер груди. Серьезно? Долго угадывали? Да, прикинь, реально не знали, что может быть меньше единички. Виолетта, а что мы ржем, как чайка? Думай, что делать. Что это? О, смотри. На. Пазлы на 1000 деталей, это их точно задержит. Боже, как хорошо, как хорошо. Подожди. А? Вот это их точно задержит. Гениально. Друзья, пазл. Да. Так, что еще? Нам нужен букет. Букет невесты. Букет. А вот. Вот букетик. О, наконец-то. Вау! Теперь хоть думать можно. Так, а что с букетом? А что с букетом? Посмотри, а что с букетом? А, так это же мы гадали, любит или не любит. В смысле гадали? Она замуж выходит. Да ну нет, мы гадали, любит или не любит Катя Хинкали. Ну чтоб снова два раза не таскать, да? Катюха. Готова почти. Ты меня слышишь? Как думаешь, вот такого достаточно будет в ЗАГСе? Ну, вообще никакущая. Так надо ее накрасить. Накрасить ее точно надо. А давай я ей глаза на веках нарисую. А зачем? Ир, ну мне кажется, что гости, они заподозрят, что невеста все время с закрытыми глазами. Господи, Виолетта, ты визажист. Какие глаза на веках? Ну что ты мелешь? Ну в самом деле, вот что нам поможет. Вот что нас спасет. Тя-тя-тя. Ир, скажи, а как мы вот это объясним? А как мы вот это объясним? Не знаю. Скажем, что очки для того, чтобы не было видно слез невесты. Или не, типа, жених такой ослепительный, что... Что? Ты права, это лишнее. В общем, просто ее накрась, просто накрась. А я пойду поищу таблетку от головы, потому что у меня сейчас просто она лунит. Да иди, алкашка. Так, Виолетта визажист, Виолетта накрасит самую лучшую невесточку. Поехали. Катя, ты невеста или кто? Сядь ровно.
Катя. Голым грудью держи, я за жизнь тебе прощаю. Так, я нашла цитрамон, ты будешь таблеточку? Вот. Ты нормальная вообще, Виолет? Она на Джокера похожа, а не на невесту. Ну, если она падает все время, подержи ее. Падает все время. На, давай. Так, сейчас я прицелюсь. Целимся. Но я не могу так работать. Ну, тогда скажем, что нельзя смотреть на невесту до банкета, все. Тетя Люда! Привет, девочки! Тетя Люда, здравствуйте! А мы уже почти готовы. Вы без стука зашли, напугали нас. Что, зайдя вы погуляйте минуточку, а я с будущей невесткой поговорю. Нельзя! Почему? Потому что это примета плохая. Ну вот эта примета, которая, когда мама жениха не должна видеть невесту, да, до свадьбы, вот это. А еще говорят, плохая примета, это когда у подружки невесты носик разбит. Пуду-пи-дум. Это очень плохая примета. Кать. Катюша, ты прости меня за все. Я пришла извиниться. Молчишь, значит, да? Да, да. Ты имеешь полное право, да. Я наговорила там Роме на тебя, я говорила, что вы не пара, что ты ему не ровня. Но я осознала, что счастье сына для меня самое главное. Так что мир... Гордая, значит. Вот за это я тебя и уважаю. Живемся, дочка, живемся. Катюша, ну все, не буду мешать. Собирайся, дорогая, собирайся. Это было опасно. А, где Катька? Господи, где Катька? Боже, че ты орешь? Она за диван упала. Господи, давай поднимай ее. Катюша, свадьба. Давай, дорогая. Тебя. Свадьба какая сегодня. Какая красивая невесточка. Очень красивая невесточка. Я не знаю, что делать. Я тоже не знаю. Не знаю, что о, делать. О, давай. Есть идея. О. А? А? Ну ты серьезно сейчас? Ну завтра поубираем, ну что ты в самом деле? Да ну нет, Ира, поставь ее. А. Ух ты же, блин. Виолетта не только визажист, а еще и мозг. А? Чувак! Ну а? Вот же, стоит. Ну подумаешь, немножко приуныла невеста. Типа, теперь моя фамилия будет Горбуз. Не хочу в Бучу переезжать. Только не Буча. Девочки, все, они здесь. А, так, стоим, значит, держим, улыбаемся. Сюда, сюда, сюда. Дорогие молодые, станьте на рушник. Готова ли ты, Екатерина, взять в мужья Романа? Готов ли ты, Роман, взять в жены Екатерину? Конечно. Объявляю вас мужем и женой. Ваши аплодисменты! Боже мой! Вы посмотрите, какая любовь! Они даже не стали дожидаться первой брачной ночи. Ну что, ты гости, дорогие, пойдем, там уже сменит. Когда меня пригласили поучаствовать в женском квартале, да еще и в качестве героя, актера, я не сомневался ни одной секунды вообще. Я давно знаю многих девчонок, кого-то по Лиге смеха, кого-то по Рассмеши комика, некоторых даже по Танцам со звездами. И я понимал, что там точно будет смешно. Тем более, зная, кто авторы женского квартала. Номер называется «Идеальный мужчина», и здесь как-то все совпало.
Мне понравилась идея. Я понимал, что часть номера будет абсолютно симпровизирована прямо на сцене, здесь и сейчас. От этого стало немного страшно, но еще больше интересно. Поэтому смотрите и наслаждайтесь. Доброго вечора, дорогі телеглядачі. В ефірі програма «Великі жінки-винахідники». І вперше наша передача вийшла у 1924 році, де гостею була Марія Склодовська-Кюрі. А сьогодні в нас в ефірі другий випуск програми. І в нас в гостях ще одна жінка-винахідник – Марина Преображенська. Ваші оплески. Добрий вечір, добрий вечір. Марина, скажіть, що ви винайшли? Мой новий проект називається «Ідеальний мужчина». А це що? Смотрите, это уникальный биоробот, который выглядит как идеальный мужчина и содержит в себе все лучшие мужские качества. Все? Абсолютно все. Ну, слушайте, не терпится, хочется на него подивитися. Да, пожалуйста. Давайте. Лад, ко мне! Дорогая, я принес тебе плед, чтобы ты не замерзла. Спасибо, Владик. Ух, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, він такий гарненький. Ой, отак і зразу не скажеш, що він робот. Да-да, при тому, що це ще не окончательний варіант, да. Здесь ще буде куча всього, да? Рос, значить, буде, да? Скули, одежда нормальна. Так, а тут що таке, не можу зрозуміти. Тут волоси є, тут нету. Так, що-то голову вверх ногами, мабуть, прикріпили на заводі, ну. В общем, пока это только заготовка, но уже полностью функционально. Я так разумею, его звати Влад? Ну, вообще-то полное имя Влад 25АР. АР – это что? АР – это Запорожская область. А, да. А 25? Ну, а 25 – это приятный сюрприз. Влад, скажіть, як вам прийшла в голову ідея створити ідеального чоловіка? Ну, знаєте, якщо Менделєєву його ідея з таблицею прийшла, коли він спав, да, то мені, наоборот, мисль о Владі прийшла, коли я не могла уснути. А хто працював над створенням Влада? Ну, ізначально це воєнна розробка, да? Тому Влад зроблений на секретному заводі і може легко знайти вас в темноті. Знайти і... Ну, поки тільки знайти і розмінірувати. Ну, ми працюємо над цим. Я зрозуміла. А чим він кращий справжнього чоловіка? Ну, слушайте, ну, абсолютно всім. В быту він просто ідеален. Да. Їсть не просить, не храпить, носки вот такі свої по квартирі не розбрасує. Кстати, про носки, посмотрите, пожалуйста. Вони у нього просто нарисовані на ногах. Ну, а що він зроблений, да? Це шкірозамінник, я так розумію, да? Ну, ви що, ну який шкірозамінник? Тут все натуральне. Телячя виворотка. Телячя виворотка, слухайте, просто не віриться. Не віриться? Я зараз зажигалочкою провірю, вам докажу все, пожалуйста. Не-не-не, не потрібно, вірю. Ясно, ну, слухайте, а що в нього з розумовими здібностями, от в нього що? Ой, Влад очень умний, Влад, прошу, пожалуйста. Умний Влад. Очень умный. Смотрите, у него в руке, вот здесь вот, вот в этой правой ручке, у него встроен интеллектомер, вот тут в пальчике. Мы просто встряхиваем и вставляем в разъем. Пожалуйста, интеллект на лицо. Ага. А как его заряжать? Ну, у Влада есть еще один разъем. А где? Просто поверьте на слово. Вот, в общем, туда подходит любая зарядка. Как это айфон... Влад, ну что? Ну что? Ну, Влад, ну что ж ты? Влад. В общем, в тот разъем подходит любая зарядка. Как от айфона, так и от андроида. Даже вот это от Nokia, помните, такая толстая? Не помните? Ну, Влад точно помнит, да? Ой, Владик. Просто перед этим с ним надо немножечко поговорить, чтобы он расслабился. И можно заряжать. Ага. Или если вдруг у вас с собой нету шнура,
то Влад прекрасно заряжается от статического электричества. Да вы что? Да, для этого ему достаточно просто погладить котика. Котика, да? А если нету котика рядом, то можно потереться об какую-то шерстяную кофточку, знаете? Вот, вот как у вашего оператора, пожалуйста. Влад, покажи, как ты заряжаешься. Давай. Хорошо. Ты моя здоровая. Видите, лицо начинает приобретать красный оттенок, да? Да-да-да. Это означает, что зарядка пошла. Пошла. Кстати, у вашего оператора тоже, по-моему, зарядка пошла. Влад, фу! 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 Все, хватит. Ну вот, молодец, перестарался. Так, иди сейчас за кулисы. Быстренько разрядись, чтобы никто не видел, да? Я тебя позову. Все, давай. Бомба, да? Ну, слухайте, поки Влада немає, хочу вас спитати, що у вас з особистим життям? Ой, ну що тут розказувати? Тут лучше показувати. Влад, ко мне! Дорогая, я принес тебе плед, чтобы ты не замерзла. Слухайте, він ще говорить тільки одну фразу, більше нічого не вміє. А зачем ему говорить? Это идеальный мужчина. А, ну, в принципе, да. А вот что касательно интима, то, ага. Знаете, Влад готов всегда, да. Достаточно дать ему простую команду. Серьезно? Один хлопок в ладоши «я хочу», два хлопка «мне достаточно». То есть просто достатньо хлопнути ось так в долоні, так? Вы что делаете, боже мой? Ты успокойся, ты зверюга, она еще не хлопнула даже. Кошмар. Так вот. Знаете, если большинство мужчин достаточно консервативные, предпочитают заниматься любовью только в постели, то Влад в этом плане просто идеален. Он адаптируется под местность. Ух! Он такой себе сексуальный вездеход, да? Да вы что, Влад? В управлении все очень просто, как в микроволновке. Выставляйте таймер на 5 минут. 5? Ну ладно, будем честны, 3. Выставляйте таймер на 3 минутки. Влад работает, 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 работает. Потом все, можно доставать. Слушайте, ну это просто неимоверно. Да, 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 при том, что у Влада, кстати, есть еще насадки разных размеров. Легко меняется, берете выжимной ключ на 22. Ослабляете хомут. Опускается давление. Все, готов к употреблению. Справится любой сантехник. Помнишь сантехника, Влад? Слушайте, ну так много насадок, это просто супер. Да, я согласна, я согласна. Насадок и правда много, поэтому я рекомендую одну, но универсальную. Ух, размер я... которой регулируется вот этим, позвольте... Вот этим вот тумблером. А. Ну что? Сейчас відбуваєте? Тут просто надо долго крутить. Так, ладно, ну его. Есть еще один тумблер. Он отвечает за тембр голоса. От самого низкого, Влад, голос. От самого низкого до самого высокого. Также 2 тумблера сразу. Ой. Блокировка от детей. Ну, це просто чудо, неймовірно. А теперь перейдем к сюрпризу. Так, 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 так. Помните цифру 25? Ну, слухайте, як це можна забути? Так вот, Влад вам сейчас все продемонстрирует. Влад, просим! Будь ласка, Влад. Влад, в чем дело? Влад, Влад. Ну? Может, в общем, Влад, на самом деле, единственный робот, который знает сразу 25 танцев, представляете? Владик, танцуем. Музыка, пожалуйста. Видите, как двигается, да? Ничего не мешает, мы решили эту проблему. Также Влад может танцевать медленнее, под эту же музыку. Медленнее, да, да. Также он может танцевать очень быстро, как ракета. У-у-у! Еще у Влада прекрасно получаются народные танцы. Под эту же музыку. Да? Гопак! Вау! Я вижу, как
кабак вам не очень, да? Тогда предлагаю брейк. Брейк, под эту же музыку. Влад, пожалуйста. Тоже, да, не очень? Тогда предлагаю вам такой синтез. Гапак и брейк. Гапейк! Нравится, умничка. Ну тогда, Владик, как мы с тобой учили, для вас короночка. Тверк! У-у-у! Видите, если в этот момент поднести к Владу кота, то он полностью зарядится. Ваші оплески в гостях у жіночого кварталу. Ніякий не робот, а самий справжній ідеальний чоловік Влад Яма. Женщини, хлопайте громче, Влад 25 АР вас всіх запомнит. Спасибо. Женский квартал – это моя любовь с первого взгляда, да. Я оказалась на самом первом концерте, на самой первой записи и, честно говоря, просто охренела. Я ужасно боялась, во-первых, потому что я дружу с Леной Кравец. И станем обожать друг друга срочно. И я ужасно переживала, что вдруг мне не понравится, и мне придется ей сказать, что мне понравилось. И это для меня, честно, было бы убийством. Но я сидела вот так сжатыми кулаками, переживала, и когда я поняла, что спустя час у меня потек макияж, я ржу, и я поняла, что я первая позвоню Лене и скажу: «Лена, поздравляю, это очень круто». И, честно говоря, с тех пор я стала постоянным, хотела сказать, клиентом, ну, этим... постоянным зрителем концертов женского квартала. Все время почему-то очень переживаю, как за себя. Может быть, это женская солидарность во мне, может, то, что я действительно вижу, как девочки каждый концерт отрабатывают как последний. И я с удовольствием всегда хожу, принимаю приглашения. Ну и смеюсь, конечно. Мне, честно говоря, очень все смешно. Вот прям реально смешно. Я помню концерт в Одессе, когда сзади сидели еще Кошевой со Степой, они еще и комментировали. Так у меня был джекпот. Но я реально, если хочу поднять себе настроение, я всегда иду смотреть на девочек. Если бы разговоры о диетах сжигали бы калории, то, наверное, все женщины мира вымерли бы от истощения. Но, к счастью, разговоры о диетах абсолютно безопасны. Это проверено. Поэтому мы решили не только поговорить, но и спеть. И этот романс посвящается всем тем, кто хоть раз в жизни садился на диету. Уж сколько нас упало в эту бездну. Обмен веществ, кляня, молясь о том, чтоб лишнее исчезло с поверхности меня. Исчезло все, что по бокам висело, торчало и тряслось. И щеки, что прикрыть всегда хотелось, под золотом волос. И будет жизнь без сахара и хлеба, и ряд голодных дней, и будет все, как будто бы под небом. Коров нет и свиней, как будто бы Господь про них когда-то забыл, мир сотворив лишь рукколой, укропом и шпинатом всю землю засадив. И будет бег
по улицам пустынным, и про диеты спор, и цифры те, что на весах напольных, страшны, как приговор, и горсть пшена, что ты как канарейка осилить не смогла. И обморок голодный в Шарм-эль-Шейхе у шведского стола. Тебя коситься, судачить за спиной все бывшие и толстые подруги продолжат есть и пить. Тебя такой худой, такой упругой не в силах. Девочки, там, кажется, было есть. В женском квартале со мной случилось... Как бы вам об этом рассказать? Ну, скажем так, Марта Адамчук лишила меня девственности. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Марта. Давайте только сразу договоримся, что у нас просто урок музыки. В смысле? Знаю я вас. Композиторов. А, зачем я это сказал? А, в вопросе комедийного скетча в формате мужчина и женщина, потому что до этого со мной случались аккуратные эксперименты в сфере камеди, но в этот раз это был скетч, где я был композитором, который встречался с юной, красивой и очень обворожительной ученицей. И мы очень долго репетировали этот скетч и волновались, невероятно нервничали.
масло в огонь не подливало еще то, что мы симпатизируем друг другу. Сюда. Да вы не Шуров. А кто? Вы Шуры-Муров, как я посмотрю. Уважаем друг друга. Я ее как певицу и артистку, она меня, надеюсь, как музыканта. И это был очень-очень такой, как бы это сказать... В общем, это был довольно душещипательный процесс. И мы не знали, как все получится, понимали, что у нас будет только один дубль. И нас, как всегда, спасла музыка и банальная удача. Удача, что все наши какие-то недоработки и неуверенности, они вылились в мощное музыкальное исполнение двоих людей, которые кайфуют от того, что делают что-то вместе. Смотрите. Сюда смотрите. Это просто, просто гениально! Это гениально! Это вы написали! Так что, Марта, спасибо тебе, ты для меня навсегда будешь первой женщиной в мире комедийных скетчей. Как трудно объяснить тебе, любимый, что мы такие разные с тобой, что в этой жизни мы лишь пилигримы, которым не идти одной тропой, что звезды нам любви не обещают, что овну тяжело понять тельца, цветы в саду Эдемском увядают. Мы пьесу доиграли до конца. Сказать, что уж давно угасло пламя, и эту ношу тяжело нести. Нашла давно коса на камень, и наши отношения не спасти. Я долго слова подбирала в уме, жизнь, что с тобою не сахар. И вдруг озаренье явилось ко мне. Иди-ка, любимый ты, не бойся в пути, ты не будешь один. Скучать не придется, ей-богу. Шагают туда миллионы мужчин. Поверь, они знают дорогу. Но если отстанешь ты вдруг от толпы, мой странник слегка близорукий, то место случайно смотри, не сверни. Откуда растут твои руки? Тебе собрала я уже чемодан, сложив в нем твоей жизни. Веселых друзей, PlayStation, кальян и баб, на которых подписан. Желаю, чтоб путь этот преодолел без жезла, гвоздя. Умел набрать максимальную скорость. Ну что ты стоишь? Поскорее стартуй. Не будет сигнальной ракеты. На финише ждет там
тебя поцелуй. И бывшая с пышным букетом. О, мама, ну как же была ты права. Ушли мои лучшие годы. Ушли, скажем честно, примерно туда, куда он сегодня уходит. Но были у нас и счастливые дни. Но были же хоть и немного. Слушай, постой, обернись и в глаза мне взгляни. Счастливой дороги. Вот у нас есть три мальчика, и у меня к каждому из них отдельное отношение, и каждому из них я могу за что-то сказать спасибо. А, мне в коллективе комфортно, меня никто не обижает, даже Настя Оружева. Вова Шумко, это наша прима-балерина. Очень хорошие роли у меня попадаются. У меня вообще такое амплуа, никогда не доходишь ни до любви, ни до секса, ни до чего. Что касательно Валика Михиенко. Ты хочешь спросить у меня, вокруг кого вращается женский квартал? Я отвечу тебе, назвав имя целиком. Валентин. Валик на самом деле очень нежный, очень трогательный, очень трепетный мужчина. У нас когда-то была одна конфликтная ситуация, вот, такая напряженная очень. И мы 14 актрис, 14 девушек-женщин держались молотком. Ни одна из них не пустила скупую слезу и даже не показала какую-то там раздражительность или какую-то внутреннюю боль. И когда я посмотрела на Валика Михиенко, который вот так вот говорил практически... У него уже просто блестели глаза, у него уже просто они сверкали от того, что они были полны слез, ему было очень больно, обидно. И он вот просто, его хотелось, он такой пусечка, его хотелось обнять, поцеловать и прижать к себе. Мой персонаж, это всегда, его либо хотят, либо хотят еще раз после того, как уже произошло. Валик Михиенко, да, его считают все секс-символом, а я видела, как девочки-визажисты ему нарисовали пресс, да. Не настоящие, да? Значит, S-E-K-S. Сложи эти буквы в любом сочетании, получится я. Скэс. Они — это они. А знаете, есть такое, не знаю, можно ли такое говорить, конечно, но есть такая фраза, что мужчина-артист — это немножечко меньше, чем мужчина, а женщина-актриса — это немножечко больше, чем женщина. Так вот, наверное, это вот действительно так и есть. В какой-то степени там это присутствует. Вот. Три парня и 14 девочек. Это что такое? Это же общежитие мое. А я там на вахте, извините. Рома Мещеряков, он тоже очень хороший парень, он так сильно боялся перекрыть меня своей энергией, своей красотой, что когда-то у него даже перед номером выпал зуб. Так он хотел, чтобы я выглядела лучше, чем он. Женский квартал — это огромная семья, частью которой быть большое удовольствие. Так что, девчонки, вам спасибо, вам большое спасибо. Спасибо вам за то, что этот год 20-й и непростой, мы вместе за руку прошли его, несмотря ни на что. Знаете, по статистике, женщины изменяют гораздо реже мужчин. Возможно, это потому, что даже если мужчина поймает свою благоверную на горячем, то вряд ли он сможет доказать ее вину. Танюша, угадай, кто сегодня пораньше с работы вернулся. Это что такое? Да. Вот, что это такое? Да. Это кто такой? Мужчина, вы кто такий? Що ви тут робите, а? Чому він голий? Так чому ви голий? Чому він в нашій кроваті? Так чому ви в нашому ліжку? Це хто такий? Так почекай.
Мужчина, ви розумієте, що він говорить? Тобто вам перекладача не потрібен, ні? Ну тоді все, я пішла. Та я... Таня, я застукал тебя за изменой. Тебе не кажется, что ты себя как-то странно ведешь, не? В смысле, Микитюк? Кто тебе зраджує, а? Что ты несешь? А, я зрозуміла. Дихни. Хряпнув вже, так? Все, знаєш, я не хочу з тобою говорити. Йди на кухню, проспися, завтра ми поговоримо. Все, давай. Стоять! Какая кухня? Я возвращаюсь домой. А тут ти, он, шампанське. А, побачив вже, так? Вирішив догнатися. От ти хліб купив? Який хліб? Щоб масло на нього намазувати. Мужчина, вибачайте, обіцяних бутербродів не буде. Того, що мій чоловік просто містер гостинність. От ти знаєш, мені зараз стидно перед людиною, я пообіцяла бутерброди, і я не зроблю ці бутерброди через тебе, ти розумієш? Мужик, ти хто такий, а? Так, мужчина, ви не зобов'язані відповідати, це не ваш конфлікт. От що ти кричиш? Що ти кричиш? А я замовила матрас. Прийшла людина і встановлює, що тобі не подобається. Почому він голий? Добрий день, я Олень. То, що людині жарко, ніж іншим через тебе. Бо хтось обіцяв встановити кондиціонер. Ти колись будеш відповідати за свої слова, людина чуть не померла, ти розумієш? Я мусила робити штучне дихання в рот, ти розумієш це? Таня, ти що, мене за ідіота держиш, що ли? Слухай, якщо тобі настрій зіпсували на роботі, то не треба псувати його нам. Алло, алло, я ж не сліпой, я ж все віжу. Вон цвіти. Все пізно, пізно вибачатися. Прийшов, з порога накричав на мене перед незнайомою людиною, виставив мене дурепою, тепер на квіти, вибач, вибач, Даніель. Це не я їх принес. А, це ще й не ти їх приніс? Чудово, прекрасно просто. Що чудово, що прекрасно, Таня? Его вещи разбросаны по всей квартире. Такое ощущение, что он шел по пути к кровати и срывал с себя одежду. Вот так и было? Так и было, да. Так было, мужчина? Було? Було. Того, що чужий приклад заразливий. Людина прийшла, з порога побачила, що твої носки валяються на підлозі, да? Вирішив, що в нас так прийнято і теж так зробив, да? Таня, свечи зачем? Я молилася. Щоб матрас оказався качественний, да? Ну нарешті ти з нами. Ну нарешті, слава Богу, Микитюк. Таня, ти ізміняєш мені серед бела дня. О, згадав слово день. Який сьогодні день? Який, Микитюк, сьогодні день, а? Ну, день ангела во вторник. Ага. А, ні, свадьба в январі. О, звичайно, весілля ми пам'ятаємо, а інші важливі дати нам не треба пам'ятати. Сьогодні, Микитюк, рівно 4 роки, як ми помирилися після того, як ти собі нафантазував, представляєте, нафантазував, що я нібито йому зраджувала в ванні з голим сантехніком. Чи ти думаєш, я тобі без поводу хотіла матрац замовити? Таня, то у тебя голый сантехник, то ты ешь суши с мужика, потому что, видите ли, я не помыл посуду. Сегодня вот установщик матрасов пришел пораньше с работы. А ты чего не на работе, а? Ты меня обманываешь? Я зрозуміла, тебе вже, мабуть, давно вигнали. Ти думав, що я не дізнаюся, так? Ти, типа, я на роботу, а сам по бабах, так? А сьогодні тобі не склалося, ти прийшов раніше, і все, тепер злишся, кабель, да? Мужик, ти хто такий? От що ти чіпляєшся вічно до людей? Нехай собі людина працює. А, хорошо, хорошо, допустим, он устанавлює матрас. Ти зачем к нему лягла? Микитюк, в інструкції написано,
Що матрац витримує 180 кілограм? Ну так, а треба ж це було перевірити. Ну, і ви лігли вдвоєм. Тобто, мене однієї достатньо було, так? Тобто, я жирна, да? Я та, жирна, по-твоєму, та при чому тут это? Та при чому тут это? Ти, ви вдвоєм в моїй квартирі. В твоїй квартирі? Оце я дочекалася. Мужик, скажи чесно, ти спав з нею или нет? О, я в шоці, Микитюк. Ти хочеш повірити якомусь мужику, а не своїй, да? Не своїй коханій дружині, якомусь перевіряльщику матрасів, да? Таня, просто послушай, що я тобі зараз скажу. Я возвращаюсь пораньше домой с работы. Так. А ты в кровати с каким-то голым мужиком. Ну, так. Поки що все правильно, що тобі не подобається. Голий мужик! Микитюк, ти бачиш тільки те, що хочеш бачити. А бачити ти хочеш тільки голого мужика, а не свою кохану, законорождену дружину. От скажи мені, Микитюк, ти гей? Я гей? Ну не я, і тим більше не він, бо ми тільки що переспали, правда? Що ти сказала? Переспали. Я так і знаю! О, Микитюк, я тебе знову перевіряю! Ти, мені здається, ти взагалі мене не слухаєш! Тебе хтось з'явився? Так. Голий мужик в кроваті. Значить, точно гей. Почему я гей? Того, що ми вже 10 хвилин обговоримо голого мужика, і ініціатором розмови ти, Микитюк. Таня, хорошо. Он устанавливав матрас. Ти його перевіряла. Можна я задам один вопрос? Давай. Почему матрас старий? Матрац старий, того що, ну старий. Ну ти же видумуєш зараз на ходу. Я думаю, як би то тобі м'яко сказати. Скажи ти прямо, Валік, я переспала з цим мужиком. Це не мужик. Ах, а хто? Це Марінка. Какая Маринка? Ну, Маринка, подружка моя. Ну, в неї ще зуби такі, ну, криві. Ну, в неї ще горб на плечах, ноги криві. Ну, ти казав, що симпатична баба. Так от, Маринка змінила стать. Зачем? Ну, так, була не гарна баба, а став, симпатичний мужик. Маринка, да? Ага. Привет, Марина. Классная щетина, кстати. Это от отца. Марин, я помню, у тебя на попе татуировка в виде бабочки была. Можно я посмотрю? Просто... Микитюк, не треба. Глазком один. Микитюк, не треба. Микитюк, так не гарно. Микитюк, я тебе прошу. Сильная Маринка. Ладно, татуировка на месте. Ну, то пощастило. Маю на увазі, стільки операцій зробила, а бабочка то на попі залишилась. Звісно, ти здивувала, Маринка. Марина, а почему ти голая? Ну, слухай, ну, Микитюк, ти такий дивний. Коли твоєму Толіку палець болгаркою відрізало, ти ж перший побіг дивитися. А тут... то зміни то помасштабніше будуть. Мені теж стало цікаво, як вони там все заштопали. Ну, Микитюк, ну ти ж мені віриш, правда? Ти ж віриш мені. Вірю. Вірить. Як завжди. Ой. По-моєму, Маринке, пора домой. Так, Маріна, давай. Слухай,
Макітюк, ну ти в мене такий ревнивий. Ревнивий такий. Ну що, пішли вечеряти, я їсти зготувала. Пойдем. Сейчас только переоденусь. Тільки не в шафу! Таня, это развод. Чекай, я тобі зараз все поясню. Ти чув про сомалійських піратів? Так от, я зловила їхнього ватажка. Ну куди ти пішов? Чому я маю постійно виправдовуватися? Я тобі зараз все поясню! Дорогі глядачі, ми вдячні вам за те, що ви були з нами. За всі лайки, коменти, репости. І ми обіцяємо вам, що в новому році ми будемо вас дивувати і радувати. І від усього жіночого кварталу ми хочемо побажати вам святкового настрою. Слушай, ну как-то это неправильно. Ты говоришь, від цього жіночого кварталу, від всього колектива, да? А ми з тобою тільки вдвоєм. Іра, це легко виправити. З Новим годом! Подари немножечко тепла, чтоб была чуть-чуть теплее зима. Отключи телефон, побудь со мною рядом. За окном снежинок хоровод, загадай желание в Новый год. Помолчи со мной, немного вам не надо. Эй, мужчины, мы так ранимы, вы практичны всегда, ну а мы ревнивы. Вам нужен комфорт, ну а нам, чтоб любили. Внимание хочется очень мужчины. Просто розочку и теплое словечко в смс-очке. Поставь в конце сердечко. Не сиди на роботі зранку до ночі, і тоді можеш робити зі мною, що хочеш. Сделай привычкой любимой быть безразличным. Подари мне сильное плечо, и с утра скажи, что я ничего. По ночам не тяни, с меня ты одеяло. Просто кофе принеси в постель, только аккуратно не разлей. Для любви, поверь, мне нужно очень мало. Романтичный ужин и свеча, милая улыбка на губах. Обещай, что всегда с тобой будем вместе. Спасибо, друзья!